Короче, плагин скачал. Предатель Родины. Спасибо. Ну, пусть качает на следующую игру. Да. Так, идем. Слушай, а чё у меня рация на спине моргает? Ну, там сзади тоже что-то моргает. Не, у тебя, я сейчас смотрю на неё нормально. Да. Ну, я как бы это, назад гоу поворачиваю. Блин, надо будет добежать и частоту настроить. Хотя, давай сейчас настрою, какая там была. Слушай, нифига тут целая змейка такая. А, ну да, логично. Сейчас бы здесь самолет пролетел. Ну да. Ну мы с тобой драм, все, ты пойдешь со мной же, да? Да пойду. Без проблем. Мне там не надо будет управлять самолетом? Нет, только турелью. Окей. Турелька. А я джойстик настроил на самолет. Ну. Тогда мы можем поменяться с тобой. То есть самолет, короче, у меня нормально все. Вот вертолет, есть... что-то я сыкаю. Да у меня подозрение, что у меня с джойстиком что-то не то. Да не, не может быть, что в одной игре нормально. Короче, Ил-2 штурмовик тоже, короче, почему-то вправо уходит самолет. А ты его настраивал? Да. А сильно вправо уходит? Ну да. А у тебя не может быть... Первый взвод, смотрите, когда вот через поле пройдете, где стога сена, наверх подниметесь, первый будет этот фасад, первый фасад. Посадки проходите, дальше уже пригибаете, двигаетесь ко вторым посадкам, это уже наше, мы будем там группироваться. То есть приняли, да? Принял, раб. После первых посадок сразу пол приседа двигаться. Техника выдвинулась. А раб, ты тогда продублируй, когда мы будем подходить, чтобы я точно уже знал. Техника, не отъезжайте ни в коем случае на гору, которая будет возле крайка. Так вот, о чем я? Ты, может, у тебя там это вообще джойстик заел? Может, тебе это с этим разобраться? Я же тебе говорю, типа, проблема в чем? В арме, вот на самолете все нормально. Угу. То есть он незаметен, этот крен. Пока я не включаю, типа, продвинутую систему. Угу. Что это оборона. Им-то чё? Да они пристреливаются, гады? Скорее всего, да. Может быть. Как вариант. Первый тот остановить. Ждём, пока второй пройдёт. Катя, ну ты просто мифическая... Сука. Что? СТГ. Ты зачем в той деревне гвозди из избы повытаскивал? Что, грибы нашли? Бегаешь, ты первый тот начинает... Так, идём. А так? Атаку или идём? О, вытаскивай. Так, всё, выделение. Так, первый взвод, движение, начинаем. Напоминаю, раненый, кричите санитар, я проеду. Техника достигла точки ожидания, прием. На карты, на карты! На карты. Так, внимание, командир первый взвод, передайте, ни в коем случае не подниматься на... Принято, сейчас догоню их. Не-не, они поняли, лица поняли, которые правы. Так, отделение занимается своей позицией согласно карте. Выдано деревья. Так, подъезжаем, дайте нам прием. Правее, видишь, правее, где-то тут дерево. Правее берем. Так, меня держите. Так, бисы, в атаку идем!
Драм, держись меня! Пойду за БТРом. Меня же по рации спалит. Я ничего не слышу. Идем, идем, идем. Блин, осколки. Знаете, в колено. На связи, мы уже внутри, у окоп. На связи, мы у окоп ведем бой. Повторите. Блин, очень шумно, еще раз. Так, так точно, да, уже зачищаем окопы. Отлично, двигайтесь так к мосту. Принято. Так, всем бойцам двигаться к мосту. На 70. 60-70. Примерно в ту сторону. То есть не спеша, не спеша. Ведем огонь даже на 90. На 90 примерно. 80-90. Вдоль окоп зачищаем. Идем. Сторону моста.
Мост захвачен. Внимание, первый, второй взвод, продвигайтесь в сторону моста все. Что, принято, принято. Мост захвачен, зона захвачена, осталось теперь всем захватить третий взвод. Бежим, бежим, бежим! Аккуратно, аккуратно там! Машина седьмых на связи. Вот здесь одна. Штаб, в общем, есть дома за дорогой, примерно на 30. Там вот они в домах рядом с домами сидят. Дорога на 30, это которые дальше по дороге от вас. Да! Да, бронемашину раз, тогда примите мост и ведите огонь по домам с границей. Первый взвод, соберите там всех бойцов и поймите, что это было на все. Пока машина рад, вас открывает, идите все в атаку на Бронемашина рад, держитесь, парни, держитесь. На связи, тут просто ад! Слушай внимательно, Олов. Олов, левее подходи, нам второй сектор интересует. Нам не нужно боем за дом вести, нам просто продвинуться и зачистить последний сектор. Принял вас. Дом надо взять, потому что они в охват могут войти нам спокойно. Принял, штаб. В общем, надо дома зачистить, парни. Надо, 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 идем дома. Дома, которые на 30-40, надо туда пройти. Так, 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 атакуем окопы, окопы на 60, на 60, надо окопы атаковать. Так, штаб говорит, первый взвод, продолжаем дальше зачищать окопы на востоке, которые. Принято. Атаку, в атаку! Не стоим, не стоим!
какое дерево-то? В смысле он не умирает? Были у немцев такие, блядь, транспортные с пулеметом.